А я работаю в офисном здании, в фирме с очень креативным названием. Мои коллеги, мои друзья, ведь времени на других людей нет у меня. Но я не жалуюсь, нет-нет-нет, ведь так приятно, что есть с кем встречать рассвет. Мои хобби отложены на потом, ведь знаем мы, что в старости все отдохнем. У нас нет полного соцпакета, но есть кофе и чай, печеньки смешного цвета. Не всегда успеваю я на обед, зато голод эффективнее всех диет. Прислали правки в сумерках четверга, теперь на пятничный вечер планы есть у меня. Живу от зарплаты, я до зарплаты. Как хорошо не знать проблем богатых. Любимая работа, доводишь меня ты до седьмого пота. А для тебя все мои субботы. Не уходи, я не знаю, что значит свобода. Ай, офис, это мой дом. На выходных у меня безработный синдром. И даже погружаясь в соо, я надеюсь, что утром снова окажусь за компом. Смотрю календарь, там встреча на встрече. Отмени мои рейсы на вечер, диспетчер. Письмо от коллеги, о, мое ты спасение. Выигранный тендер, как подарок на день рождения. Хорошо, что технологии мне позволяют даже в отпуске всегда быть доступным в онлайне. Седых волос уже полголовы у меня, но не страшно, мужчинам идет седина. Врач поставил диагноз мне сколиоз, но я не помню об этом, еще у меня и склероз. Личной жизни годами нет у меня, зато есть место для 38-го кота. Сжатые сроки, бессонные ночи опять. Клиент ушел в отпуск, ответ 2 месяца ждать. Зато подружусь над другими брифами, питчами. Дедлайн мой наркотик, благо всегда есть в наличии. Любимая работа, доводишь меня ты до седьмого пота. А для тебя все мои субботы. Не уходи, я не знаю, что значит свобода. Ай, офис, это мой дом. На выходных у меня безработный синдром. И даже погружаясь в соо, я надеюсь.